Вот такая кладовка. Ну, кладовка большая. Я не знаю, замерить ее, наверное, 1,5 на 1,5 это точно будет. 3-4 метра квадратных. Сейчас вот начал разбирать, чтобы кое-что свое сложить. Посмотрим, что осталось от старого хозяина. Ну, вот какая-то мелочевка. В коробках там наждачок, циркулярная пила. Ну, и тут какие-то мелочи, короче. Сейчас буду... Ну, хочу сказать, покрышка моя привез. Ключи мои и сварка моя. Остальное вот тут. Сейчас будем разбирать. Поглядим, что хозяйка оставила старого мужа. Часть она тут обменивала на ремонт. Как бы это... Вот сейчас поглядим, что осталось мне в наследство. Ну вот, вот такая одна циркулярка, видите. Ну, новая абсолютно. Новая. Проверим потом, включим. Вот. Сейчас буду эту мелочь. Ну, мелочь тут всякие болтики, вон, сантехника, что обычно в благоустроенной квартире. Вот такой тут мощный фуганок, ребята, но, конечно, мне он не нужен здесь зачем. Тоже новый абсолютно. Вот наждачок, пару раз пользованный, но это хорошая вещь. Сейчас подключу, те же ножики поточить, да. Это. И вот тут еще сейчас посмотрю, что есть. Я так не разбирал. Вот, и еще одна циркулярка. Тоже новая, мощная, да. Что собирался хозяин пилить? Ну, говорит, хозяйка продала болгарки все. Ну, не продала, а обменяла, приходил муж на час, говорит, делал, и она расплачивалась этими вещами. Хоть она и говорит, что я цену им знаю, но мне кажется, что она здорово прогадала, конечно. Ну, ладно, вот спасибо ей, что оставила эти вещи. Одно я выберу, что еще, плюс я свою приволок. У меня теперь их пилить, не перепилить. Вот здесь я еще не посмотрел. Рубанок. И запчасти. Рубанок, видать, тоже это от рубанка. Приспособы. А рубанок, видать, тоже отдан в честь оплаты. Ну вот моя задача сейчас очистить эту кладовку, разобрать, что прикрутить, сейф и мелочь перебрать, все лишнее выбросить, короче, вот такое. Ну вот, если что попадется интересное, еще подсниму. Вот такой бонус мне еще в качестве подарка достался. Ну вот. Сейчас я это все унесу в комнату. Перетаскаю вон туда, к мешкам уже до кучи. И буду заниматься. Полки трогать не буду, конечно. Вот стол надо мне вытащить. Но я его, наверное, сразу потом в комнату унесу. Он под компьютер пойдет. Хотел покупать компьютерный стол. Но думаю, этого еще подставим. Коротенький хватит. Ну вот такая кладовка. Вот на двери ремни какие-то. Офицерский ремень. Кожаный. Это какая-то страховочный пояс мощный. Где он мог лазить? По каким столбам, не знаю. Вот такая вот штука. Фонарики, ну проверим. Ну, у меня хороший, но это утиль, конечно. Такие фонарики. Ну вот, ладно, берусь за работу. Ну вот, немножко подразобрал всякие шурупчики, болтики. Это мусор. Это тут фитинги всякие, крантики с сантехники, ну, пригодятся. И вот что я обнаружил, друзья. Вот такую фомочку, смотрите. Классная вещь. Помните операцию и другие приключения Шурика, где он на комоде пробовал что-нибудь оторвать. Так вот и меня тянет. Но, ну, продолжаем разбирать, смотреть, что у товарища тут хоронилось еще. Но сверлышки попались.
А так все, мелочевка необходимая в доме. Сантехника. Коробочки еще пока не шмалял. Все, пока по низу мне надо низ разобрать. Освободить коробки на второй заход. Будем делать. Шланги вот тут. Лавочка сейчас. Пока это все разберу, а потом продолжим обзор доставшегося наследства. Вон еще один ремень лежит. Офицерский. Вроде бы товарищ был военный. Подводник. Но сосед сказал, что на пенсии сгубила его, как бы водочка, любил вязать, выпить. Ну, не знаю, врать не буду, короче. Слова соседа, вышел на лавочку, сел и умер там. Вот так. Бывает в жизни. И вот, хозяйка продала. Вот тут бритва какая-то с плавающими головками, видать, была. Подстригать машинкой, но это все же берем. Ну, тут сантехника, краны, все старье посмотрим. Ну, это пусть лежит, может пригодится все. Хотя обычно вот хранят это все, а потом покупают новые, ставят. Ну и вот, друзья, первая медь в Ленинградской области. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля истины. Вот начнем с этой проволочки, которую я скрутил. Нашел тут у хозяина. Собирать. Сейчас, в общем-то, для поиска есть у меня все. Есть хороший металл-детектор. Лопату придется только прикупить. Не взял с дома, забыл в УАЗике. Все есть, короче. Но на данном этапе не хватает здоровья. Пока будем поправляться. Черный копать тяжело. Пока будем обусваиваться. Сейчас в Яндексе не работаю. За статьи тоже совсем ничего не получаю. Но пока индексируется пенсия. 3 месяца буду жить на 15 тысяч рублей. Ну и вот сейчас будем все понемножку, помаленьку подбирать. Теперь в нашем положении, ну, как бы и рубль дорог будет. Так вот, нашелся паяльничек такой новенький с острым жалом, не знаю, наверное, какие-то микросхемы паять. Ну, когда-нибудь пригодится жене бутылки протыкать в творчестве своем. Ну и что удивило, в общем, я постоянно терял штангели дома, 2 потерял, и вот, друзья, ух ты, как безобразно выпал, смотрите, абсолютно новые, один поменьше. Вот штанген циркулей. И один у меня там, по-моему, я положил. Теперь у меня их 4 штуки. Солить буду. Ну ладно, выставлю на Авито, продам по незадорого. Че человек измерял. Ну вот тут клемма какая-то, что-то автомобильная, ему не чуждо было. Ну, продолжаю разбирать, как у любого хозяйственного человека, всякой мелочи. Все тут, правда, поперепутано. Вот я с разных баночек насобирал сверлышек. Сколько уже коробочку. Сейчас, что интересно будет еще, покажу. Вот раскладушка, кстати. Ну, УАЗик мне потом ночевать. Но это я уже показывал вам вообще. Наждачок хорош будет. Сверло точить и ножички точить. Переноска вот такая. Сейчас я мелкие коробочки разберу еще вот эти. Ну, по всей видимости, что-то пустое, что-то есть. Если что-то будет интересно, я вам засниму. Вот так сейчас разберусь с этой кладовкой. Вытащу стол. И
Будем делать дальше дела. Вот куда человек хранил вот такие щетки. Они без выводов проводов, но то, что это щетки однозначно. Видите, не знаю. Ну, брошу пока графит, пусть лежат. Вот, кстати, такие же, только поменьше. Откуда они такие стоят в чем-то большом? Какие-то агрегаты здоровые были с такими щетками. Но...